Здесь уже есть свои лидеры и свои аутсайдеры. Одним нужно стремиться улучшить показатели, другим не растерять завоеванных позиций. И у всех есть один достойный пример. Многократный чемпион и обладатель Кубка России – мини-футбольный клуб «Динамо» Московская область, волею судьбы получивший прописку в Щелковском районе. Школьные команды, составленные из ребят 2002-2004 годов рождения, играют в чемпионате и кубке на призы МФК «Динамо», которые, в свою очередь, входят в структуру общероссийского проекта Ассоциации мини-футбола России «Супермишка». Мини-футбольный клуб «Динамо» Московской области активно входит в Щелковский муниципальный район подобными турнирами клубов мини-футбольного клуба «Динамо» Московской области. Это активная пропаганда вида спорта, мини-футбола, пропаганда здорового образа жизни и пропаганда и рассказ об истории знаменитого серьезного клуба «Динамо» Московской области. В «Динамовском» турнире выступают 8 команд из школ Щелковского района, где мини-футбол развивается наиболее успешно. Отбирали их специалисты из «Большого Динамо». Это щелковские школы номер 6, номер 2, номер 12, лицей номер 7, Монинские номер 1 и номер 3, а также Серковская и Медвежьеозерская школы. Играют по принципу «каждый с каждым» в один круг. А чтобы еще больше стимулировать ребят, туры приурочены к домашним матчам МФК «Динамо». В этот уикенд бело-синие встречались с «Прогрессом» из города Глазов, и обе игры выиграли. Школьный чемпионат МФК «Динамо» продлится до января, после чего все те же участники продолжат борьбу по кубковой системе на выбывание. Уже сейчас ребята думают о завоевании главного динамовского приза, а те из игроков, кто лучше других зарекомендует себя, получат шанс обучаться в мини-футбольной школе МФК «Динамо». И всем этим, а также другим школьным командам предстоит многоуровневое состязание в рамках традиционного общероссийского мини-футбольного проекта. Вот эти игры являются подготовкой к серьезным испытаниям в рамках проекта, всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Остается добавить, что во втором туре чемпионата МФК «Динамо» победные очки положили в свою копилку команды школы номер 2, Монинской школы номер 3 имени Красовского, школы номер 12 и Медвежьеозерской средней школы, победившие в своих парах. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».